Всем ДВС, народ. Меня зовут Сергей Лав, и сегодня у нас ролик с 30, ну, может быть, даже 50 крутками. И вы скажете, как, Серега, какие крутки, там нет никаких интересных баннеров. Но я, знаете, тут почесал репу и почитал информацию, которую говорят, и пришел к выводу, что на самом деле я хочу все-таки загачировать Розарио. Ну, я давно говорил с самого начала, что мне этот перс нравится. И я тут, во-первых, зашел, ну, тестовый режим вот этот, где там убей 3 моба, и вообще максимально неинтересно. Но, блин, вот который раз я захожу туда за Розарио, и мне дико нравится ее стиль геймплея вообще всем. И мне даже нравится то, что она четверка в этом плане, потому что у нее нет душной ульты, которая кастуется 3 часа. У нее очень динамичный геймплей. К сожалению, жалко, что она четверка, и поэтому она не самая турбосильная. Вот была бы она пятеркой, было бы, конечно, лучше с точки зрения мета. Но есть что есть. Вот, это во-первых, точнее даже во-вторых. А во-первых, это то, что о Шинхе, ну, говорят, знаете, вот говорят, что она будет достаточно слабая пока по текущим прикидкам. Ну, мало дает, и не особо понятно, зачем, для чего, и есть персонажи сильнее. Вот, в сумме это дает ситуацию, что, возможно, Шинхе вообще придется скипать, потому что она будет, ну, тупо ни о чем. Да, то есть она, может быть, будет чуть-чуть лучше, чем Розари или там еще кто-нибудь. Но вот это чуть-чуть, оно того не будет стоить тупо-напросто. Тем более, что где-то плюс-минус скоро должен быть реран деда, если так прикидывать, да, по временам. И лучше я деда возьму тогда уж. Дед-то будет универсальнее, чем перс, который работает на двух персонажей в игре, сами понимаете. Вот, и это нас приводит к тому, что, в принципе, я могу позволить себе крутануться сейчас. Более того, у меня уже есть вот 60 круток в магазине, у меня я могу еще, считайте, купить еще 12, здесь уже, здесь еще 82, то есть это сколько уже, 150, уже почти, да, есть у меня гарант, а до баннера Шинхе еще дофигища времени, то есть как раз таки 30 крутосов я могу вообще запросто себе позволить, в общем, так выкинуть, так скажем, да, и не расстраиваться. Понятное дело, что там, скорее всего, где-то плюс-минус уже будет дед на горизонте, и хорошо бы еще один гарант, но понял. В любом случае, не факт, что что-то выпадет за 30 круток. Ну, поэтому можно, наверное, не париться. У меня в эти баннеры ничего не вкликнуто. Там 3, по-моему, что ли, клика сделано, или 4. Вот. С другой стороны, уже с третий, да, аргумент. Если мне вдруг за 30 круток выпадает дубль Юлы, ну, я этому буду рад. Потому что, ну, да, С1 там не очень много добавляет. Где-то, по-моему, 10% суммарного урона. Что, на самом деле, тоже немало, потому что я, в принципе, уже ничем не могу ее усилить. У меня лучшая для нее пушка, у меня 220, там, сколько, 7 крит-массы на шмотках. То есть, все, тупо. Ну, могу еще Ешку на 2 уровня с 8 до 10 докачать, но там это добавит ничего, там, 2%, может быть. Даже, по-моему, даже 2% это не добавит. Там, 1% с 2 уровней, а еще корону и ресурсы вливает. Ну, вы поняли, это вообще уже просто в пределах погрешности. Усиление, поэтому я его и не делаю, просто бессмысленно. Вот, а 10%, ну, достать из кармана было бы неплохо тоже. Ну, и без С1 не будет С2, и, может быть, в следующий ран, через полгода, у меня тоже будет ситуация, что у меня плюс-минус есть ресурсы, и, в общем-то, мне особо ничего не надо, могу позволить себе, и, может быть, я добью и С2. А так, может быть, через годик еще там С3 возьму, а потом еще через годик С4, а там уже останется всего 2 шашка до С6, а на С6 меня будет разрывать, и вот через 5 лет у меня будет С6 Юла. Правда, там же, скорее всего, выйдет какая-нибудь Юла 2, который будет на С0 делать в полтора раза больше урона, чем Юла С6. Ну, потому что пауэр крипов все поля. Да? Ну, С2, по крайней мере, точно можно. Так вот, соответственно, ну, за 30 круток, за дубль Юлы я вполне себе готов заплатить эту цену, да, поэтому если она выпадает, то есть если вдруг выпадает пятерка, и я проигрываю, и я еще и выигрываю при этом 50 на 50, я, в принципе, доволен. Если, ну, выпадает пятерка, я проигрываю 50 на 50, в общем-то, ничего не происходит, я просто сетаплю себе гарант. Ну, а если выпадает пятерка, я выигрываю, да, Юлу, то, в принципе, я могу еще 20 круток вкинуть, за 20 круток вряд ли выпадет еще одна, да. Ну, а если я за 50 круток получаю 2 Юлы, ну, опять же, эту цену я вполне себе готов заплатить за ее созвездие. Это не самое сильное созвездие, да, не самое метовое, это там не Баал, не Казах, не, наверное, вы знаете, еще каких-нибудь персов, там не... Хутао.
Но это мой main перс, которого я люблю и все такое прочее. Да, поэтому я хотел бы ее еще развить, ну, потому что, ну, вот такая здесь жиза. Вот, да, выбор Альбеда или Юла. Альбеда, в принципе, ну, новый перс лучше, чем какое-то тухлое 10% созвездие. Это абсолютно справедливо. Да, я думаю, если бы вы были на моем месте, вы бы сказали, ну, надо брать Альбеда, он хорош. На самом деле, там можно и Геопати потенциально с ним собрать, будет уже там дедыщи добавить, там какой-нибудь Нингуан, какой-нибудь Ноэль, вот те уже моно, да, уже моно Геопати. Но честно, я максимально игнорю этого перса, хотя на самом деле в последнее время не так сильно. Может быть из-за последней сюжетки, которая была, на самом деле вообще такая местами прикольная даже. Мне понравилось. Ну, не в целом, но местами чуть-чуть, вот так скажем. Вот, если бы не помойная подача и куча жижи текста, было бы хорошо. Но, к сожалению, все это ориентировано максимально на аутистов, поэтому жижи текста и аутистская подача все портит. И там, скорее всего, ложка меда в бочке дегтя. Ну, да, вы поняли. Вот, что-то еще хотел сказать. А, ну вот насчет Розарии. На самом деле, нету, наверное, практически варианта нормально ее не то чтобы получить, но еще и DC6 вкачать. Это максимально то, что надо для Юлы. Там минус 20% физреза добавляется. Кроме как, наверное, под 30, там 40-50 круток делать в каждый баннер, в котором она есть. Ну, потому что слишком дофига нужно копий, и просто так я ее нигде не получу. Прошел, ну, почти год, что я играю, да, и почти вот год, как она вышла, сколько там, месяцев 10-9, и у меня ее просто 0 штук, а надо 7 штук. То есть, ну, понятно, да, вариков как бы нету. Вот, плюс баннер сам по себе, опять же, достаточно привлекательный. Есть Беннет, пара штучек, если выпадет, будет хорошо. Это добавит на баф в ульты где-то 10-15% баф ульты усилит. Достаточно хорошо, да, то есть, опять же, там, 10 уровень на ульту докидывать нет смысла, это слишком мало добавляет в пересчете на ресурсы потрачиваемые, а вот 3 уровня с консты, это нормас. Плюс 0, у меня 2 созвездия есть, 2, в принципе, у меня были какие-то мысли, иногда до сих пор появляются, собрать 0, там, да, потому что, ну, двуручка достаточно интересная. Тем более у меня, в принципе, сейчас есть освободился двуручный меч, да, который я могу отдать любому персу двуручному и не напрягаться, да, что у меня там Юла без оружки остается, что я там с бомжовский бегу. Ну, в общем, вы поняли, здесь уже, опять же, плюс того, что я взял со сном. Вот, правда, Ноэль, скорее всего, будет пауэр крипнуто, вот буквально через 6 дней, да, выйдет Ита, он, скорее всего, будет как Ноэль, только лучше. Ну, плюс-минус, условно, да, надеюсь, вы не будете придираться к словам, как токсичные школотроны. И все-таки будете думать, что я пытаюсь вам рассказать. Без надобности по каждой своей короткой фразе начинать дисклеймер на 40 минут с пояснением всяких тонкостей и нюансов. Так вот, еще что хотел сказать. Почему Розу имело бы смысл взять? Я бы ее, возможно, даже замейнил. То есть у меня сейчас ситуация такая, что я особо не знаю, что качать. У меня до Юлы такая ситуация была, и, в общем-то, сейчас опять. Потому что, ну, на Баал шанс, что я там выбью шмотки лучше, ну, про Юлу просто забудь. Да, у меня уже там нереально улучшить шмот. Вот. Даже когда у меня будет C2, я, скорее всего, не буду ей фармить этот палый огонь, или как он там, Pale Flame. Потому что, ну, просто нереально перебить то, что есть сейчас. Там, часы на 40 с лишним критмассы. Кубок на 28 крит урона процентов. Ну, перефармить еще 2 шмотки палого огня под замену просто нереально, по-моему, будет. Это больше, чем полугода надо будет сидеть в данже. И то не факт, что я смогу собрать. Да, но с палым огнем я, конечно, смог бы еще больше раскрыть потенциал. Ну, с Т2, я имею в виду, да, в перспективе. Ну, так вот, с болта же фигня. То есть там уже, ну, не то чтобы прям какой-то супер-турбо-шмот, но шанс выпадения шмотки, которая будет лучше, достаточно мизерный, прям совсем мизерный. Вот, и я уже говорил в каких-то роликах, что я сижу и не знаю. Ну, то есть вот просто надо сливать да, смолу, и я ее просто сливаю без ощущения того, что вот я сейчас что-то выбью и что-то лучше. То есть я откровенно не верю, что там что-то появится на горизонте, то есть надо бы как-то немножко разнообразить процесс, да, геймплейный мой, хоть чем-то. И вот выпадение розы это бы разбавило, да, я могу пойти пофармить данж, который там, ввода крио-данж, на самом деле, оба сета, опять же, ходовые, у меня нету ни гидрошмота адекватного, ни крио никакого, вот, так что, в принципе, в копилку я мог быстро бы что-то пополнить себе адекватно.
Ну, вы поняли, да, в каком плане быстро. Не с такими ощущениями, то есть от нуля развиваться приятнее, чем когда у тебя уже там так нормально. Вот, поэтому это тоже, опять же, аргумент за то, что, чтобы начать какой-то движ уже. Понятно, что Шенхе там тоже крил, но я уже про него сказал. И еще один аргумент, то, что у меня есть топовое, ну, уже, наверное, не топовое, да, копье, которое, на самом деле, опять же, визуально, в принципе, Розари подходит. Мне, я сколько смотрел, мне нравится, как выглядит Розари с Хомой. Вот, так что я бы ее даже заменил, серьезно, прям раскачал бы, возможно, собрал ее через Крио, через Чугуна, вот такой вот билд, такой, я видел, этим играют, в принципе, я видел, Юлы так играют, у меня даже тоже были мысли перефармить Юлу на такой билд через Крио, Чугун, но, серьезно, тот шмот, который у меня сейчас есть, там 220, как я уже сказал, критмассы, перефармить точно такой же шмот на Крио шмот, чтобы, ну, как бы, не потерять, да, в этом плане. Это нереально фактически, и лучше, ну, начинать с какой-то такой вот уже нестандарт делать с каких-то другими персонажами, которые не надо перефармливать, да, потому что, ну, перефармлю, а куда этот шмот я дену? Я его никуда не дену, да, юльский, он только на физух идет. Вот, так что все аргументы говорят за то, что имеет смысл попробовать, так что давайте, ребят, пробовать. 63 клика, то есть где-то до 30 плюс, плюс-минус мы идем. Ну, там как выпадет четверка, если будет ясно, что там уже будет где-то ближе за 40, ну, посмотрим по настроению. Если сейчас ничего не будет падать, то это тухло. Хотя бы, на самом деле, вот C1 для Роза бы выбить. Я напомню, что когда был баннер Юлы стартовый, я вкликал, по-моему, 120 кликов, то ли 110, то ли 120 кликов, и мне не выпало ни одной Розарии. Ни одной. Мне выпало 6 Барбар зато. В том баннере. Топчик, топчик. Погнали, ладно. Все, что хотел в предисловии, я рассказал. Можно с чистой совестью. Пушки. Там же пушки падают, четверки. Я вот уже не помню, кстати. Вроде падают, да. Но этот Фавоний, одноручный Фавоний нужен. Так, а вот первая четверка. И это... Блин, это не одноручный Фавоний. На самом деле, по рушкам там ничего мне особо не надо. По рушкам сейчас мой ориентир — это сигнатурка для Баал. Но она не скоро будет, поэтому, в принципе, я в безопасном положении нахожусь, да. То есть я могу сейчас подсливаться в ближайший тут месяц-полтора-два, а потом уже начать копить плотно. Ну и опять же, прем решает. Он очень сильно добавляет ресов. Вот, еще что хотел сказать. Да, это не метовый, возможно. Так, еще четверка. Хорошо, по четверкам хорошо пошли. Ну дайте родные. Есть! Отлично! Отлично, ребят. Ну все. Это уже победа, я считаю. Это уже победа. Потому что уже, в принципе, можно попробовать что-то там поэкспериментировать. Хотя, опять же, типа Розария и заклинил Джин такую пати, да, убрать Диону, но, опять же, когда так играют, обычно у челиков там джин С2, чтобы она скорость атаки бафала, а Розари С6, потому что, ну, это самое главное, то, что она дает Юле. Но продолжаем крутиться, потому что нужно в любом случае созвездие, да, то, что я тут получил одно, это хорошо, это уже хорошо, но хотя бы С1, чтобы можно было ей играть, она там себе скорость атаки бафает на 10%, начинает, это прям то, что надо для нее. Да, то есть если мейнить, я имею в виду. Но это хороший старт. Хороший старт. Надеюсь, мы тут вообще так не зафакапимся. Так, это четверка. Да еще одну, да еще одну. Это Беннет. Ну, слушайте, ребят, хорошо идем. Пока что хорошо. Да, продолжаем крутиться. Еще 20 круточек у нас есть. То есть за первую десятку 3... Ну, там не первая десятка, там было 3-4 крутки. Да, условно говоря, за полтора десятка круток я получил 3 четверки. Это хорошо. Хороший процент. Причем хорошие, нужные четверки. Ну, вот, кроме пики точеной. Пика точеной не очень. Хотя, опять же, вот я видел, Розари играют с именно пикой Фавония. Ну, потому что потому. Вот, на самом деле, в принципе, у меня тоже образуется какой-то уже дефицит пик. Потому что, блин, это какой-то... Блин, заклинило слово. Не Лэнс, а... Полиарм Импакт. Да, сплошные персонажи, которые используют копья. Вот. И если я ей отдам Хому, значит, рыбная пика уйдет Баал, и Сянка останется без нифига.
Вот, а, еще какую мысль хотел сказать, но остается где-то 13 кликов. Наверное, еще 2 четверки получим, и на этом все. Будем закругляться. Там же не будем играть с судьбой. Хотя сейчас, может быть, мы, может быть, так и так с ней сыграем. Блин, это Диона. От которой я хочу избавиться. Так, ну еще одну. Да, еще, наверное, одну четверку получим. Если тут каких-то эксцессов не произойдет в виде пятизвездочной Юлы. Как будто бывает другой звездочной Юлы. То, в принципе, все вообще в шоколаде. Вот, что еще хотел сказать. Может быть, это не самое метовое тут решение, да. Но в какой-то степени начинает напрягать играть по мете, потому что слишком жесткая бездна. То есть пока сидишь только в Геншине, ты, ну, к этому привыкаешь. Ну, человек к любому дерьму привыкает, да. И вроде как нормич. Но вот поиграл в Power Flipper, и я понимаю, насколько же, блин, помойно здесь все, да. И награды такие чмошные. И рвать там жопу, собирать турбометовую пать, турбошмот, чтобы получить писи по губе в виде 50 дополнительных гемов, треть крутки, ну, такое себе. Ты понимаешь, насколько это вот, блин, ни о чем, да, вот если бы там давали за каждый, ну, закрыл на 36 звезд бездну, тебе дают итемку, которую созвездие прокачивает, вообще шикарно была бы награда, да, адекватная там текущей сложности, окей, или там 0,5 итемок, то есть ты собираешь 2, покупаешь там, да, или там валют какую-нибудь давали бы, да, ты 2 бездны на 36 закрываешь, покупаешь итемку, которую созвездие вкачивает, то есть раз там в месяц вкачиваешь созвездие любимым персам. Вот это было бы адекватно, еще можно было сказать, что да, надо там играть по мете и так далее. Но с текущей награде, серьезно, ну вот, блин, срать нет мощи на бездну, закрыть ее, можно вообще 12 этаж не ходить, просто, ну то есть, серьезно, какие там награды, они заслуживают максимум зайти на 3 минуты, лицом по клаве прокатиться, закрыть, да, как вот до 11 этажа ты просто лицом по клаве пролетаешь. Вообще на пофиг, с первой траем. Да, и все. Вот это максимум, что она заслуживает. Поэтому я думаю, надо все-таки играть в какой-то. Так, это четверка, на которой мы, скорее всего, и закончим. И это Ноэль. И я думаю, это нормальное положение дел, на которое стоит остановиться, да. То есть, в принципе, я получил всех персов, которые здесь есть в баннере. Или еще десятку, ребят. То есть еще десятка, это уже будет под 40 кликов, то есть уже половина баннера. Вопрос, да, стоит или не стоит. То есть еще раз рискануться. Ладно, давайте еще. Рискнем, в принципе, 40 кликов. Я все еще нахожусь в комфортной для себя ситуации, что я, скорее всего, Шинхе получаю. Да, то есть она может быть там ранний гарант, вот это все. Ну, плюс там еще с ивентов накапает, с патча, с шопа. Да, то есть, в принципе, 40, опять же, пол гаранта за Юлу, в принципе, норм, тоже норм. В принципе. Да, но просто вряд ли сейчас какая-то нужная четверка выпадет. А нужный там, в принципе, просто еще Беннет. Понимаете, последняя, там нужна последняя конста на Беннет, которая как раз таки ему добавят. То есть, ну вы поняли, предпоследняя, я имею в виду, которая. Да, то есть то, что я сейчас это получил, так вот, все четверка, и на этом мы точно заканчиваем. И нервы мы больше не тратим. И это еще одна ноль. Наверное, самая не самая, ну вот из всех трех самая ненужная четверка, условно говоря, да. Вот, можно посмотреть сюда, то есть, что она добавляет. Ну, авторский коктейль, это, по-моему, уже у него ульта, да, то есть ульта начинает хилить жестче. Да, слушайте, это, ну, блин, от Диона я хочу избавиться. Нам не надоело. То есть это, блин, ничего, по-моему, не добавляет вообще. Но без этой консты не будет вот этой, да, то есть последний шажок остается. Ну и самое такое для Ноэля еще тоже, опять же, без вот этих двух созвездий не будет C6. Опять же, может быть, она все еще, ну как, останется актуальной. У нее там пикрейт меньше 5% пожизненно, но это не значит, что ты не можешь ей сыграть. Я видел, и текущие бездны проходят ей. Ну это там такое, там дед обязательно, там с гео все несколько сложнее. Да, но самое главное, я думаю, это вот, я получил розу. Это первый шаг из 7 шагов. Да, к разгону этого персонажа. Теперь еще 6. Ну, соответственно, в следующие разы. То есть нужно всегда вот этот моментик, да, насчет четверок. Нужно всегда держать либо прямо перед гарантом уже ситуацию, да, по баннеру, либо на нуле.
Потому что когда у тебя там уже, например, ты ради какой-то фигни такой, о, ну я накопил там 10-20 круток, вкину, там, авось что выпадет, да, там какой-нибудь один там перс у тебя есть, или там, в принципе, ни один из персов четверок тебе не нужны, но ты такой, ну, а что бы не вкинуть, да, там, может быть, пятерку на халяву. А потом выходит баннер, в котором нужны тебе персы, а ты не можешь вкликивать, потому что у тебя там все уже притык, да, и... Ну, то есть, а с, там, с 10-20 круток тоже особо-то, видите, не напрокачать консты с четверком, а консты нужны. Вот, поэтому надо будет держать, опять же, на нуле, держаться, да, не вкладываться, ждать через, там, опять же, четверки циркулируют, не сказать, что там быстро. Хотя вот Розария недавно была, можете в комментах написать, но такое ощущение прям вот месяца два как будто назад, даже, может быть, меньше. Она уже была, я ее пропускал. Вот, поэтому я в какой-то степени удивился, что она опять в баннере. То есть, вот, опять же, может быть, там месяца через два она повторится. А может быть, знаете, в каком-нибудь баннере типа с дедом, и это вообще будет нормасно покрутить, да. Вот, и надо будет опять же вкручиваться и так потихонечку собираться. Просто другого варика совершенно нету. То есть, вот сейчас бы я остался сидеть, да, такой, ну, блин. И чё? И ничего бы из этого не получилось. Тем более, что, опять же, ситуация у меня уже такая, что, не, ну, то есть, пометить, как я уже сказал, упарываться — это слишком дорого, это слишком неоправданно для фритуплейщика или около фритуплейщика, да, потому что оно того просто не стоит, напряжение огромное, нервов дофига, чувствуешь, как на тебя все это давит, а выгода в итоге никакая. Поэтому имеет смысл играть просто уже в каком-то расслабленном состоянии. А если говорить о расслабленном состоянии, мне не вот что много каких персов надо в игре, и которых я, в принципе, мог бы поиграть. Вот, поэтому надо собирать то, что вот хочется, и вот Розария одна из этих персов. Вот, ладно. Сегодня у нас не произошло ничего такого сверхъестественного, и самое главное, не произошло ничего уберпососного. Да, то есть мы просто покликали, просто получил приятные бонусы и ништяки. Да, теперь у меня уже почти там пол баннера засунуто. Соответственно, какая бы пятерка, которую я не решил бы брать, я спокойно смогу ее добить. Вот, опять же, по... крутком пока что я... Это, наверное, вот в первый раз за сколько... Ну, почти год, что я играю, я в первый раз по круткам действительно в каком-то таком комфортном состоянии нахожусь, потому что, ну, прем решает, да, прем решает. Ну, и прошлые два подряд везения, да, с сосной и с хомой, я думаю, это зарешало, наверное, может быть, даже больше, чем прем. Но в сумме, как вы понимаете, что то, что это, помогло просто катастрофически меня бустануть по круткам, и поэтому я, собственно, сегодня смог это провернуть небольшую такую аферку. Поэтому, если там, например, залетит Шенхе с первого 50 на 50, то это вообще просто будет, опять же, халява. И я там, скорее всего, и на деда смогу накопить запросто. Да, то есть я смогу и Шенхе взять, и деда, и после деда там... Ну, если дед там 50 на 50, то там, наверное, даже смогу 100% накопить, если... Ну, вы поняли, да? То есть три гаранта, если в ближайшие там месяцы три... Наверное, накапают эти. Вот, я уже не помню, сколько там капает, потому что нифига. А после деда, ну, то есть, вот Шенхе дед, и после этого у меня остается только, как я уже сказал, Сигна на бал. Все, больше особо нечего брать. Мне в игре там, ну, может быть, Аяку, ну, это такая, мне она не очень. Да, там уже надо ждать что-то такое про... А, блин, да. Что-то забыл совсем. Есть еще же... Не Аяка, как она? Яю... Ну, вот это розоволосая у дерева в Назуме, которая... Вот она может быть прикольная, она там с каталом вроде как должна быть. Но по ней пока вообще же ничего не известно, кроме того, что она с каталом. И то не факт. Вот, и... Ну, то есть, может быть, да, может быть, нет. То есть, там посмотрим. Понятное дело, что, опять же, когда выходит новый перс, всегда хайпишь, такой, о, блин, точно хочу. А, ну, надо будет как-то, видимо... посмотреть, может быть, я ее буду брать вместо деда, но, как я уже сказал, надо реально смотреть, то есть пока вообще загадывать нет смысла. Ладно, я отправляюсь в закат, на самом деле, записывать еще ролик по World Flipper, там кое-что хотел тоже рассказать. Вот, игруха прям вообще супер балдежная. И прокачивать Розарию, да, че, блин, ресов теперь нужно дофигища на нее. Вот, так что, ну, пишите комментарии, а там, надеюсь, еще увидимся.